Там движ, пойдем. Доброе утро, ретро-автомобили здесь. Их любители тоже здесь. Давайте поближе познакомимся с экипажами. Кого бы ты возил на такой машине? Папу. Папу бы вы? А меня бы взял? Да. Ну все, погнали тогда. Скользкие улицы. Иномарки целуются. Вот та черная машина. Ей, наверное, лет 100, а рядом с ней такие симпатичные девушки. Лучше, чем ваши велики. Ну, они, наверное, чуть-чуть быстрее, чем мой велосипед. Лето, жарко. Ага. Приятно было бы проехаться на кабриолете. Она очень интересная и очень секретная. Что это вы там щелкаете? Что это вы там щелкаете? Есть машины, которые облегчают личную жизнь пассажира и водителя, потому что там такой диван, значит, спереди, и все сразу. Я уже видела вот там где-то, да. Совместное, так сказать, двуспальное сиденье. Кому что надо в машине, как говорится. Вообще, если надо посидеть, я договорюсь. А кто мне крышу снимет? Я оценила. О, как-то пахнет тут по-особенному. Пахнет кем? Чем? Чем? Пахнет. Можно его и чем называть. Кадиллак. Это все, да? Это машина мечты. Что бы вы на ней сделали? Естественно, уехал бы вместе с вами загорать. О, какая огромная черная. Что бы вы сделали ради такой машины? Да, все, что есть. Все. Так, тут машину разбирают, мне кажется. Впечатляет 8,2 двигатель. Это много? Это очень много. Больше здесь нету. Как вы ее сохранили? Благодаря чему? Вы не спрашиваете, это большой-большой секрет. Нет, что вы с ней делали, что она сохранилась? Хранили правильно. Как? И ухаживали, как за женщиной. В холодильнике? Нет. Там вот стоит вот Кадиллак 36-го года с гангстерами, дядями. Вот мы на такой с удовольствием покатались бы. Для мужчины что самое главное в машине? Комфорт и надежность. А для женщины? Красота, наверное, в машине. Вот. А если все вместе? Супруга не ревнует к машине? Нет, нет. Главное, чтобы шуметь. Как она должна шуметь? Ну, примерно. Громко. Типа... Да, да, да. Вот так? Да. А если она... Да не машина, это... Это велосипед. Это вот, да. Что она может вообще? Она может ехать вперед. Как любой из нас. Это самое главное. Самое главное, вверх? Конечно, водитель. Водитель самое главное? А вы что, если водитель паршивый, то значит не машина. Тоже и на машину плевать. Как тебе тачка? Хорошо едет? Да. Теперь ОНТ точно со мной навсегда. Оно не смывается, да? Да. Ты что, меняешь машины как перчатки? Да. Я вас... На этом моя автосмена окончена. До встречи на улицах и дорогах Минска.